Председатель фракции «Единая Россия» в Одинцовском округе Вячеслав Киреев осмотрел подвижной состав на 4 маршрутах общественного транспорта. Номер 49 – станция Жаворонки-Ликино, номер 33 – станция Одинцово-Лесной городок, номер 52 – станция Жаворонки-Краснознаменск и номер 81 – станция Жаворонки-Назарьево. Внимание уделялось прежде всего техническому состоянию автобусов, а также наличию валидаторов в салоне и соблюдению санитарных правил. По всем выявленным нарушениям, а также жалобам пассажиров, будут приняты меры.